Саженцы розы Ландера Клумбер относятся к морозоустойчивым сортам. Высаживают их на солнечные участки, защищенные от ветров. Почву дренируют. Время посадки саженцев розы Ландера Клумбер – май или середина осени. Высота кустарника варьируется от 250 до 300 см, а ширина – до 100 см. Крупномеры розы Ландера Клумбер очень обильно цветут. Цветочки в диаметре до 12 см, имеют махровую структуру и насыщенно-желтый цвет. Собираются они в крупные соцветия. Аромат приятный. Используют сорт для создания цветников, живых изгородей и вертикального озеленения. Роза плетистая Ландера Клумбер – это кустарники высотой от 250 до 300 см с типом роста высокорослый, диаметром 150 см. Цветет растение в месяц июнь, июль, август, сентябрь. Аромат у цветов слабый. Окраска цветка желтый. Размер цветка этого прекрасного растения достигает от 10 до 12 см. Летом листва зеленая, осенью листва зеленая. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Розу плетистую Ландера Клумбер создал Танта. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.